Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси резко раскритиковала план президента Дональда Трампа по снятию ограничений в стране, введенных из-за коронавируса. Заявление политика было опубликовано 16 апреля. «Тестирование – это ключ к тому, чтобы открыть нашу страну для возобновления нашей жизни. Расплывчатый и непоследовательный документ Белого дома никак не компенсирует неспособность президента прислушаться к ученым и произвести и распространить национальные экспресс-тесты», – подчеркнула Пелоси. По ее словам, настойчивое стремление президента двигаться вперед без тестирования, отслеживания контактов, сбора демографических данных и уважения к науке и фактам чревато дальнейшими смертями и экономической катастрофой. Пелоси также напомнила, что еще 4 марта Палата представителей приняла первый двухпартийный законопроект о борьбе с коронавирусом, сосредоточив внимание на тестировании инфекции. Однако 6 недель спустя в стране все еще нет адекватного тестирования. 16 апреля Дональд Трамп представил план снятия карантина в стране, который включает 3 этапа. При этом он подчеркнул, что власти штатов смогут самостоятельно определять, когда им отменять ограничения. США в настоящее время остаются мировым лидером по числу случаев заражения COVID-19 и по числу летальных исходов. По данным университета Джонса Хопкинса, число подтвержденных случаев заражения составляет почти 654 тысячи человек. Зафиксировано около 31 тысячи летальных исходов. Наргиз Селимханова, CBC.